акробатика. Открывают ее Дмитрий Маслов и Елизавета Новак. Россия. Знакомая программа, задорное начало. Ждем первый элемент. Заход через спуск в Питарине. Довольно чисто. Второй элемент. Детское сальто. Задний тодос. Плюс сальто вперед группировки, о котором мы рассказывали вам в ходе отборочного тура. Тоже хорошо. И ребят пока попадают в свою фонограмму. Делают все очень музыкально. Элемент группы назад. Ворка с поворотом на 360 градусов. Прямым телом. А следом элемент группы вперед. Лошадка, также прямым телом, также с поворотом на 360. Здесь тоже без каких-либо проблем. Отмечу заход через спуск на вращение. Это редко кто так делает. Последний элемент. Детское сальто с сальто вперед. Тоже с винтом. Да. С половинкой. И тоже чисто. И хотя...